темную и страшную эпоху жила прекрасная принцесса. Ее волосы были мягче бабушкиной перины, глаза сверкали ярче уличных фонарей, а про ее фигуру слагали откровенные легенды. Но была та принцесса проклята, а вместе с ней и все ее королевство. Какие жуткие звуки! Что происходит в этом королевстве? И зачем ты наклявил гору? Я принц! Да, конечно! А я там-то кто? Мой верный конь! Что? Я пошутил! Вот что мы заходим с межгиря! Путники, постойте! Я верно расслышала! Вы принц? Ну да, а что? Ура! Вы должны нас спасти! Кроме вас, нам больше не к кому обратиться! А что у вас произошло? Нашу принцессу прокляла злая ведьма. Эта жестокая особа наслала на нее гайморит. И теперь все жители королевства не могут спать из-за храпа принцессы. Пожалуйста, помогите. Отчего же не помочь? Поможем. А что делать надо? Не знаю. Давайте пойдем к ведьме и выясним, как проклятие снять. Я отведу. Идите за мной. Ты говоришь, я делал? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Стоять! Бояться! Кто такие? Чего надо? Путники мы, к ведьме идем. А что, проблемы? Вы идете ее убить? Да? Да? Наконец-то! Изничтожьте ее, и я буду свободен от этого проклятия. Я и сам ее пытался, но это, того. Но эту ведьму ничто не берет. Я ей яд еду. Она спрашивает, что за вкусная приправа? Я кинжал в спину. Она, почеши еще и под лопаткой. Ей газ удушающий, а она не помирает, только хихикает. Сил моих больше нет это терпеть. Спасите. Да, ситуевина. Походу разберемся, как быть. А пока нужно узнать, как снять проклятие. Ведь, как известно, только поцелуй прекрасного принца снимет проклятие. Принц у вас, конечно, не особо прекрасный, но вдруг сработает. Попробуй, а ты пойдешь с нами. И если поцелуй не поможет, мы тебя все-таки убьем. Вдруг сработает. Ну ладно, злюка, демон за мной. Защитнички сирых и убогих, злобные убивцы бедных и несчастных ведьм. Чего-то не похоже. А может, к нам приехал цирк? Мы не цирк, мы герои. Идем принцессу расколдовывать. А ты кто? Девица. Я стражница принцессы. Пока мои испытания не пройдете, дороги дальше нет. А какие испытания-то? Ну, не знаю. О, придумала первое. Пускай ваш принц говорит демона на руках его покатать. Что? Ни за что! Я этого подозрительно рыжеволосого демона непонятной ориентации уговаривал никогда. Принц, не капризничай. Это необходимая мера. Что за детский сад? Демон, что за мансы? Ну, подумаешь, человечка на ручках поносишь. Не развалишься. Ты ж пойми, что эти светлые
нас так просто в покое не оставят. Сначала меня выгонят, а потом и тебя за компанию. Ну да! Любовь. Если есть любовь, никакие проклятия не страшны.